Добрий день, шановні друзі! Свою кар'єру в органах Держбезпеки мій сьогоднішній співрозмовник починав із славнозвісного СМЕРШу, а закінчував на посаді першого заступника голови КДБ СРСР. Сьогодні у нас в гостях генерал армии Филипп Бобков. Филипп Денисович, добрый день! Я очень рад вас приветствовать сегодня. Первого заместителя председателя КГБ Советского Союза, генерала армии. Я знаю, что в системе КГБ генерала в армии было 7 или 8, правда? Сейчас, да, что-то так. Вы родились... Я вам что, перечислять их? Что? Нет. Вы родились в 25-м году на Украине, в Кировоградской области. Да. Вы помните голод 1933-го года? Конечно, помню. Страшное время было? Очень. Очень страшно. Я тогда жил в Макеевке. Вот, отец работал на заводе Кирова, вот, мать тоже работала. И тяжело было жить, очень. Иногда доставался кусочек хлеба, иногда еще что-нибудь. Но это было тяжелое время, очень тяжелое. Людей было много очень, приезжавших. Особенно много было из Курской области, вот тоже. И там на шахте, все завода по ночам спали, выбрасывали, где из завода вывозили, вот, ну, отходы всякие. Они же теплые после завода. Их выбрасывали, и сразу их накрывали люди. И там спали, старались спать, пока опять выезжает. Пока она выезжает, все разбегутся, опять вылезут. Тяжелая была жизнь тогда. В 1942 году вы ушли добровольцем на фронт, приписав себе 2 года лишних. Да. Так пишут биографы. А. Так и было? Практически так и было. Ведь вы могли отсидеться в тылу, ведь можно было не воевать. Почему вы пошли на фронт? Потому что надо было воевать. Надо было воевать. Ну, почему я пошел на фронт? Я уходил на фронт сибирской, добровольческие войска формировались. Я работал тогда немножко секретарем горкома комсомола. Вот. Вторым, правда. И участвовал в этом формировании. Значит. Но потом, когда сформировались, я, в общем, нырнул тоже с этой компанией. Это была сибирские добровольческие войска. Но у нас был корпус большой. Была дивизия Кемеровская, Новосибирская и Томская. Омская бригада и Алтайская бригада. Тут нас составлял наш. Вы воевали вместе с отцом, я знаю. И отец погиб. Да. Он ушел раньше меня. Я когда уже пришел, он был ранен, я его не застал. Когда он вернулся, я был ранен, но потом я вернулся, и вот мы месяца 4 вместе пробыли в одном полку. Он погиб на ваших глазах? Он был ранен тяжело на моих глазах. Я его еще отвез в госпиталь. Не в госпиталь, а вот, санроту. Оставил его там, ну, и он скончался. Вот, уже без меня. Потом я приехал, мне сказали. Ну, гангрена. У вас было тоже много ранений, я знаю. Были тяжелые ранения? Одно было очень тяжелое. У меня вот я лежал тогда в Москве. Я лежал, ну, полгода почти. Не почти, а 7 месяцев. Это пуля попала, снаряд? Что это было? Снаряд. Нет, разорванная. Разорвана была мина. И меня обсыпало. У меня было 43 дырки. Осколки, да? Кое-что вынули, кое-что это. Ну, так мелочь была. Вот, допустим, для демонстрации. Вот, например. Вот, видите, вот это. Но вот старые раны до сих пор на погоду болят. Вот вы чувствуете старые раны? Нет, не чувствую. Нет, нормальные раны, хорошие. Я хотел бы спросить вас о начале работы в органах государственной безопасности. Да. Я знаю, что в 1945 году вы начинали с работы в СМЕРШе. Да, кончилась война. Кончилась война, я командовал взводом. У меня звания офицерского не было, я избегал этого присвоения, потому что мне не хотелось оставаться в армии. Вот после войны. Ну, я кончил, был командиром взвода в последнее время, значит, кончил войну. И уже, значит, я жил совершенно. И вдруг меня, значит, вызывают и говорят, все, хана. И в Риге я тогда был, значит. Меня в Ригу привезли, мы там стояли. Из Риги отправили в Ленинград. И так я оказался. Сегодня о СМЕРШе снимают сериалы целые. То есть это овеяно легендами. СМЕРШ, смерть немецким шпионам. Чем занималась вот группа СМЕРШ? Не, ну видите, СМЕРШ это, в общем, название такое СМЕРШ. Это, ну, у нас сейчас тоже в войсках же есть. Ну, это не СМЕРШ. Особые отделы, да? Да, особые отделы. Вот это особые отделы, которые занимаются обстановкой в войсках, обстановкой конкретно. Но вы ловили предателей, тех, кто сотрудничал с немцами, шпионов немецких? Было это все? Было несколько случаев, когда попадали мы на это дело. Вот. Было. Ну, это вот так оно рассыпалось, да. Ну, было в моей жизни было 3 случая таких, когда мы столкнулись с агентурой немецкой. Сегодня, когда вы иногда смотрите по телевизору, наверное, смотрите сериалы о работе СМЕРШа, вы узнаете что-то или это многое придумано в кино? Я, знаете, я не смотрю. Я не смотрю, поэтому я не буду комментировать. Вы насмотрелись в жизни этого? Да, насмотрелся. Поэтому я этим. Вот. Но это хорошо, показывает нормально вообще, значит. Ну, комментировать, знаете, можно, это, можно и так, и это все. Важно, что это живет. Да. Живет. Вот это важно. Вы руководили 5-м главным управлением КГБ СССР, идеологическим управлением. 5-м, но не главным. Просто 5-м. Просто 5-м управлением. 5-м управлением КГБ СССР. Идеологическим. Какие задачи стояли перед идеологическим управлением? Ну, какие задачи были? Не допустить враждебных проявлений в стране. Вот. Я был, значит, заместитель начальника контрразведки. А потом пришел Андропов. Вот Андропов создал это управление, и меня, значит, вытянули в это управление. Ну, идеологии тогда придавали огромное значение. Идеология была крайне важна. Да. Были попытки зарубежных спецслужб через деятелей советской культуры влиять на умы и настроения советских граждан? Конечно, были. Были. Были сплошь и рядом. Кто-то сотрудничал даже с этим. Кто-то так. Но, в принципе, конечно, стремились они к этому, чтобы укрепить какие-то позиции, сорвать. Но, в принципе, наш народ жил нормально. Чего не было. Я бы хотел узнать, спросить ваше мнение о советской интеллигенции, потому что вы с ней общались плотно. В одном из писем Владимир Ильич Ленин назвал интеллигенцию говном нации. Вы согласны с Лениным в этом определении? Ну, видите, Ленин это говорил в свое время. Вот, и в тот период времени, значит, видимо, это имело, ну, его оценки, его, так сказать, взгляд. Вот, я не возражаю против его оценки. Но, в принципе, мы жили нормально с интеллигенцией. Со многими я был хорошо знаком, общались мы. Были, конечно, и люди, которых трудно было отнести к советской интеллигенции. Они все там, значит, на Запад смотрели, с американцами там. Такие тоже были. Ну, сейчас уж там, ладно. Но в массе своей были хорошие люди, жили мы, работали. Вот. Я недавно, в прошлом году, брал интервью в Нью-Йорке у бывшего одного из руководителей КГБ СССР Олега Калугина, который сказал мне, что 90% советской интеллигенции были завербованы Комитетом госбезопасности. Это правда или нет? Ерунда. Ерунда полная. Ну, Калугин, видите, он, в общем-то, ну, наступило такое время, когда он спутался совершенно и слетел с этих. Так он был и работал, все вроде как бы ничего. Ну, а потом вот он завертели его эти все. Он был завербован американцами, Калугин, да, на ваш взгляд? Да. Был завербован? Да, был завербован. Вот люди из руководства КГБ СССР говорили мне, что Андропов знал, что Калугин был завербован, и поэтому его отстранили от руководства внешней контрразведкой и направили в Ленинград. Это правда? Ну, видите, в то время, когда его в Ленинград направляли, еще у нас не было таких... То есть, он просто здесь... зафигурировал с отрицательной стороны. Мы его... А уже когда в Ленинград отправили, там уже мы обнаружили вот эту полную его связь. Да. Да. Уже когда он работал в Ленинграде. Вот. Ну, и он уже тоже, так сказать, крутился, вертелся. Да, потом, когда вот у нас это... произошли эти все передряги, значит, вот, ну, в 90-е. В 1991 году, да, уже он явно полез к американцам, уже он это полностью не скрывал своих сотрудничеств. Сюда он приехал, я помню, там, я уже, правда, не был связан с комитетом, меня уже до этого еще отчислили, так сказать, я в Минобороны попал. Вот и я уже был в Министерстве обороны тогда. Вот. Возвращаясь к интеллигенции, были завербованы люди среди интеллигенции, среди известных персон? Писатели, композиторы, поэты, артисты? Были, конечно, были. Были завербованы. Но я бы сейчас не хотел называть этих там людей, потому что это трудно сейчас сказать. Кто завербован, кто не завербован. Кто сотрудничал, кто, так сказать, это... был ближе, кто дальше от американцев, кто стремился к ним. Ну, были хорошие ребята, которые сотрудничали с американцами вообще. Но прилично вели себя и достойно вели себя. Вот возьмите, был такой, ну, фамилии я вообще не хотел бы называть, но один был поэт у нас. Это же была яркая фигура. Он с американцем был в добрых отношениях, но никак не сотрудничал. Вы имеете в виду Евгения Евтушенко? Да. Он не сотрудничал с американцами? Не, ну, Евтушенко это... Я не о нем говорю. Нет. Вот. Евтушенко сотрудничал с американцами, вот, открытую сотрудничал. Худого там ничего не было в его сотрудничестве. Он вообще... Хороший парень, никаких там у него не было. Это правда, что он мог себе позволить звонить напрямую в приемную Андропова? Мог позвонить, да. Мог. И Андропов с ним разговаривал? Да, когда пару раз, по-моему, были такие случаи. Вот. Нет, он тесно был связан с Андроповым, звонил. Ну, он был агентом КГБ, как о нем говорили коллеги? Нет. Он никогда агентом КГБ не был. С ним можно было общаться, работать. Вот. Но он... это не агентурная работа. Он был просто искренним человеком. Да, абсолютно. Вам лично приходилось вербовать кого-то из представителей интеллигенции? Ну, деваться же было некуда. Легко они шли на контакт? Ну, кто-то нервничал, кто-то нет. Ну, во всяком случае... Осечек не было? Нет, я не страдал по этому поводу. Мне рассказывали, что у вас были особые отношения с Аллой Пугачевой, которая могла приходить к вам и решать любые вопросы с вами напрямую. Это правда? Правда. Вы были поклонником ее творчества? Ну, видите ли, она только что начинала, она еще это... Ну, ее талант был совершенно явен, виден, да. Ну, к ней были разные отношения, к нее, значит, там забивали ее, но она еще молоденькая была. Вот. И я тогда просто подключился к этому, чтобы поддержать ее, чтобы она не, ну, не смыли ее, девочку эту. И я ее поддержал вообще, она приходила, все было нормально, нормально жили. Были среди представителей советской интеллигенции люди, с которыми вам было безумно приятно общаться, вот просто по-человечески? Ну, были. Ну, кого мы можем назвать? Ну, мне, знает, трудно называть, поэтому я не знаю, как они к этому отнесутся. Ну, были. Называть можно. Можно, если уж. Трудно даже сказать. Сейчас я кого-нибудь из неживых вспомню. Вот, а там, может, кого-то назову. Ну, были хорошие. Вот был хороший в Ленинграде. Муж этой Дины, Эрмлер. А, Эрмлер, да. Эрмлер. Вот Дина вспомнила это. Мы тогда фильм делали. Сделали даже. Но, к сожалению, его не выпустили на экран. Не дали возможность. Так, показали его кое-где. А тогда это Эрмлер. А еще. Да, Вайншток. Вот. Вдвоем они делали. Мне приходилось слышать, что даже когда уже началась в Советском Союзе перестройка, при одном упоминании фамилии Филиппа Денисовича Бобкова деятели интеллигенции приходили в неописуемый ужас. Так они вас боялись. Это правда или нет? Боялись? Да. Не знаю. У меня не было такого ощущения, чтобы боялись. Почему они могли бояться? Нет, это какой-то такой разговор. У меня были очень хорошие отношения с интеллигенцией, с массой. Какое у вас мнение о Солженицыне? Ну, видите, трудно мне мнение говорить. Я, ну, вы же куда-то потом это дело будете. Поэтому я уйду от этого. Солженицын – это не та фигура, которая заслуживает серьезного внимания. Не та? Нет. Нет. А это… Если бы вы не… Нет, дело не в этом, я вам рассказал подетальнее, ну а так вообще. Ничего. Ничего у нас Солженицын. А да. Он уехал отсюда. С удовольствием, от радости. Мы его тогда... Вы его отпустили, да? Да, мы его с удовольствием отпустили и постарались, чтобы он быстрее уехал. И он уехал, кстати, а потом начался новый круг. Ну, это. В пору вашего руководства Пятым управлением КГБ в Советском Союзе началось диссидентское движение. Ну, были, да. Много их было, диссидентов? Ну, видите ли, тут надо очень строго отнестись к этой вообще оценке. Знаете, потому что, когда говорят диссиденты, то это вообще называют, что это какая-то, значит, вот такая вот грязная, враждебная сила была и все прочее. И вот, так сказать, ее... Все дело в том, что диссиденты как таковые, это не было враждебная сила ни для государства, ни это. И КГБ относился к диссидентам совершенно нормально. Я со многими дружил просто. Потому что диссиденты, ну, были люди, которые имели свое мнение высказывали. Буковский, Щаранский. Но, нет. Но были люди, которые активно сотрудничали с враждебными силами, активно сотрудничали с американцами, в частности, с англичанами. И себя тоже именовали диссидентами. Вот под это диссидентство они скрывались, что они диссиденты. Вот вы назвали Буковского, это же самая большая вот такая фигурка, которая вообще мелкий человек, но это враждебный человек и все. Он был завербован англичанами? Американцами. Американцами. Да. Вот это... Ну, еще было несколько там человек таких. Щаранский. О, Щаранский – это вообще был завербованный человек. Вот. Тоже американцами? Американцами, да. Он ведь сидел в тюрьме здесь у нас. Это я и знаю. Вот. Вот он. Ну, вот Щаранский – это сотрудничал, активный сотрудник. Он с израильской разведкой был связан крепко. Вот. Ну, их таких несколько человек было. Вот. А в принципе были диссиденты, с которыми, в общем, можно было общаться и все. Вы общались с кем-то из них? Общался, да? Со многими. Да. У меня много было. Сахаров представлял какую-то угрозу для советского строя? Никакой. Сахаров, в общем, я к нему отношусь с огромным уважением. Вот. При всех его, да, трудностях этих всех, Сахаров, во-первых, очень много сделал, да, для страны. Да. Очень много. Водородная бомба. Да, у него были большие планы на будущее. Сахаров очень глубоко вникал в жизнь страны. И это. Но, к сожалению, вот неудобно это говорить, но попалась эта самая женщина рядом. Боннер. И вот она вообще натворила это все. А так, в принципе, у нас с Сахаровым были, мы с ним встречались не однажды, и, в общем, довольно спокойно всегда разговаривали. Никаких проблем у меня не было с ним. Боннер была агентом? А чьим? Американцев? Нет. Нет. Она просто... Такая дама, значит. Кстати, она вначале была очень активный человек с точки зрения вот поддержки советских властей. Серьезно? Очень активно. И мать у нее была, хотя мать ее арестована была и в лагере была, а потом она освобождена была. Вот. И вначале было очень. Но потом она вот как путалась и тут с американцами, и пошло. Она очень изменилась. Украинские диссиденты, которые вели речь об украинском национализме, приносили вам много неудобств? Киевские? Да. Нет. Да, я вам скажу, что на Украине у нас, в общем, ну, были, конечно, люди и все. Но, в принципе, была обстановка нормальная. Я не видел, так сказать, что-то такое очень, очень тревожное. Нормально было. В начале 70-х годов началась еврейская эмиграция из Советского Союза. Это была проблема для СССР? Нет. Видите ли, вот когда началась эта самая эмиграция, у нас было немножко все по-другому. Значит, когда возникла вот такая ситуация с евреями, мы тогда, вот, в частности КГБ, мы тогда поставили вопрос о разрешении на выезд евреев в Израиль. Почему? Потому что... Агентурную сеть можно было наладить, правда? Да дело не в сети. Сеть это наладить. Дело все в том, что была масса людей, которая оказалась в Израиле с разорванными семьями. Угу. Особенно много из Литвы. Вот. Даже из Белоруссии. Из Литвы особо. И мы тогда поставили вопрос, что надо помочь людям объединиться, потому что оставаться в таком положении, значит, это было нелегко, потому что желающих не пускать евреев было достаточно много. Но мы все-таки пробивали с помощью Андропова. Андропов тоже хотел, чтобы евреи выезжали, да? Да, он соглашался с нашими. Вот, и мы разрешали выезжать, и все. Но были люди, которые вокруг этого создавали такую ситуацию. Вот. А вот эта самая возня, уже вспышка такой враждебности, это дело рук Израиля. Кстати говоря, недавно один из израильтян, я сейчас фамилию его не помню, но это наш бывший, он жил в Москве. Потом он уехал, и он там, но очень активно он работал по поводу вот вывоза евреев. Вот он недавно, я прочитал в материале, он недавно сказал, что он сделал тогда большую глупость вообще, что он выступил и создал вот эту вот выезда такого, хотя такого нужды такой не было, Люди ехали, им разрешали. Вы были первым заместителем председателя КГБ СССР. Вы непосредственно работали с Юрием Владимировичем Андроповым. Работал. Скажите, пожалуйста, что это была за фигура, что это был за человек Юрий Андропов? Юрий Андропов, ну что это был за человек? Это был очень сильный человек, очень сильный, хорошо подготовленный. Вот. Ну, достаточно глубоко образованный. Вот работать с ним было очень интересно и легко. Можно было откровенно разговаривать. На любые темы? На любые темы. Если у меня возникал какой-то вопрос, там, это, любые темы. С ним можно было говорить, не смущаясь тому, что там он... Иногда он мог реагировать. Но, в принципе, с ним было работать интересно. Интересно, легко. Мне приходилось слышать от тех, кто Андропова знал, что он на самом деле был евреем. Это правда или нет? Это ерунда это. Это ерунда. Ничего. Я вам могу сказать, в чем там дело и почему это говорят. Интересно, да? Все дело в том, что его, значит, вот... Его отец... Он уже, Андропов, был взрослым парнем, дальше все. И там. Но потом отец его женился на еврейке. Угу. Вот. Но это было, когда Андропов уже уехал в Ярославль сам. Понятно. Вот. И он сам с евреями, в общем, имел только вот такие отношения. Он писал стихи? Писал. Вы читали их? Читал. Хорошие стихи? Хорошие. Хорошие. Он вообще был интересный человек. Это правда, что настоящим инициатором перестройки в Советском Союзе был Юрий Владимирович Андропов? Ну, сказать, понимаете, так, что это был вот вроде как Андропов. Но он был активный участник перестройки. Вот. Хотя лидером, так сказать, перестройки, в числе лидеров, конечно, Косыгин был главный человек. Косыгин. Конечно. Косыгин был. С реформой своей, да? Да, реформа. Вот почему. Так. Косыгин был, ну, Андропов с ним был, в общем, нормально все. Вот. Но Андропов активно был участник именно этой передряги. Потом он, Горбачев уже появился. Горбачев был выдвиженцем Андропова? Ну, я бы так не сказал. Он был выдвиженцем как его? Суслов, нет? Не, Суслов, а еще был один. Умер он. Кулаков. О, вот и кто его и вытащил сюда. Андропов-то его знал, поскольку Андропов отдыхал там, а тот болтался вокруг. Вот, я не скажу, он не был против, он держался. Но вот кто его сюда, это вот эти люди. Это он, они. Ну, потом он приехал еще. Когда вы впервые увидели Горбачева, какое у вас о нем сложилось мнение? Ну, видите, какое мнение. Трудно мне сейчас говорить о мнениях. Но я впервые с ним увиделся, когда он был тогда еще работал в этом. В Ставрополе? Да, он был в аппарате, в партийном аппарате. Я был просто в командировке там. Ну, и вот тогда я с ним столкнулся, увидел его. Увидел тогда его первого. Он вас очаровал при встрече? Нет, нет. Ну, такой. Вот потом уже начали вокруг него разговоры всякие, когда двигали там его. У меня не было такого ощущения никогда к нему. То есть я враждебности не было, мы мирно жили, все. Какое у вас сегодня отношение к Горбачеву? Что вы о нем думаете? О нем сегодня? Да. Ну, сегодня Он сполз совсем. Нет, вообще о личности Горбачева что вы думаете сейчас? Пустая личность. Пустая. Этой личности нет. Это не личность. Это не личность. Как же могло проглядеть руководство Советского Союза, ЦК, КГБ и все прочие, что на высший пост в стране пришла, как вы говорите, пустая личность? Прокол получился? Ну, видите, это сложный вопрос. О нем очень трудно говорить сейчас. Это очень сложный вопрос. Как это могло получиться? Что получилось? Ну, вышло. Сейчас я не хочу, но это пустое дело. Кто из высшего руководства Советского Союза был, на ваш взгляд, наиболее интересной личностью? Прогрессивной, интересной? Ну, это смотря с какого расстояния начинать. Ну, возьмем 70-е, 80-е годы. Ну, 70-е, 80-е. Я считаю, что был интересным человеком Брежнев. Да? Да. Беда случилась с Брежневым, когда он серьезно заболел. А еще когда он не болел, вот он еще работал в Казахстане. Это же была прекрасная фигура. И, кстати говоря, Брежнев 4 раза просил освободить его, поскольку он заболел. От генерального секретаря. Да, я, говорит, я же вообще мешаю жить вообще-то. Он Брежнев просился. А эта публика, которая пыталась под ним, вот они его и держали. Почему? А для того, чтобы жить. Он их устраивал, да? Конечно, он устраивал. Они под ним там прыгали вообще. Вот тут Щелоков тут, да и там еще у нас этот Ценев, Цвигун. Вся эта публика. Щелоков и правда преступником был? Ну, как сказать преступником? В каком смысле? Ну, говорили о том, что он погряз в коррупции, имел несметные богатства, картины, бриллианты. Не, он нахватал, он будет здоров. Нахватал, да? Да. Вот еще нахватал он это. Это такое. Вот. Это вся публика такая была. У Андропова плохие отношения были со Щелоковым, да? Их не было. Андропов, они не ругались, конечно, Андропов жил спокойно, но взаимоотношений не было как таковых. Кроме Брежнева, кто еще был в руководстве ярким человеком? Ну, сейчас вот так вы мне такой вопрос сразу задаете. Мне сейчас, я даже не вспомню, кто был вообще. Вот. Ну, кто был? Ну, Косыгин, Устинов, Громыко. Ну, вот я могу вам сказать. Устинов, Громыко. Вот был этот... С Белоруссии. Машеров. Машеров. Да. И еще был Машеров, а до Машерова еще. Мазуров, да. Мазуров. Да. Вот. Это была, вот, личность была сильная Мазуров. Машеров вообще был прекрасный человек. Ужасный. Машеров, Матов там с Белоруссии были. Вот. Были с Украины. Тоже Щербицкий. Приличный был парень. Ох, вообще. Шелест это был похуже, а вот Щербицкий был хороший. Вот. Ну, еще были люди вообще. Агенты влияния Запада в руководстве Советского Союза были? Наверное, были, конечно. Трудно сказать, кто там влиял от Запада. Кто... Ну вот приходится слышать, что агентами влияния Запада в руководстве СССР были прежде всего Александр Николаевич Яковлев, Эдуард Амвросьевич Шеварднадзе и сам Горбачев. Это так или нет? Некоторые ваши коллеги говорят напрямую, что Яковлев был завербован вместе с Калугиным в период их стажировки. Видите ли, я не буду вам говорить и употреблять это выражение «завербован» или все, это не то. Но то, что Яковлев вообще активно сотрудничал с американцами, еще будучи в Канаде, вот, он, в общем, сошел с пути оказавшись в Канаде. То, что там он был еще учился, там это еще не меняло. А вот Канада его повернула здорово. Послом он там был, да? Да. Из Канады он уже сплыл, Яковлев. Так до того, как он уезжал, еще работал тогда в ЦК. С ним можно было работать, интересно было, никаких проблем не было. Вот. А уже когда он уехал, он изменился. Не первый, не сразу, но потом. А уже когда он вернулся вообще, это совсем уже был другой человек. Как вы лично восприняли перестройку? Вы понимали, что это начало конца, начало развала? Не сразу. Сразу была вообще. Было и такое желание было. И это и так начиналось правильно. Все было нормально. Если бы не раскрутили в эту же сторону. Изменилось. Начало было хорошее. Если бы вся беда в Андропове. В Горбачеве, наверное. Ну, беда в Горбачеве, как уже. Но беда в Андропове, то, что он заболел и вышел. Понятно. Мне приходилось слышать, что Андропова отравили. Это правда? Нет, неправда. Он умер своей смертью. Своей смертью умер. Вот. Ну, он, в общем, попал тогда в Афганистане, сорвалось здорово. Он заболел там, да? Заболел там. А что случилось в Афганистане с ним? Простыл он, простудил, ну как вообще. Ну, у него на голову он схватил где-то. Вот, он отлежался, так более-менее пришел в себя. Но его уже это скрутило начисто. Когда вы поняли, что из перестройки ничего хорошего не получится? Ну, по годам это как по годам. Но вот был поворотный момент, который вам подсказал, что все, это конец? Ну, я вам скажу, что где-то в 90-91 уже было ясно, что мы бредем. Вы понимали, что возможен развал Советского Союза? Конечно. Понимали это? В 91 году это уже было ясно. Вот. А этот Горбачев тогда творил, что хотел. 91-й стал решительный в эту сторону. Уже трагический год. В 91-м году произошел путч, так называемый ГКЧП. Да. Скажите, пожалуйста, Горбачев знал об этом? Потому что Рудской, вице-президент СССР, да, сказал мне, что Горбачев был автором сценария путча. Он знал это все. Заранее знал? Знал, все знал. Это правда, что Крючков и вы вдвоем докладывали Горбачеву о том, что будет, если произойдет путч? Нет, я никогда этого не докладывал, потому что я не был сторонником путча никогда. Вот. И я о том путче узнал уже, когда он начался. Да вы что? Да. Я уже в КГБ не работал в это время. Вот. И Крючков... Ну, во всяком случае, он меня не посвящал в это дело. Что произошло? Горбачев хотел, чтобы чужими руками навести порядок, в общем-то, так? Я Какой план был, на ваш взгляд? Таш, ничего он не хотел. Это такой сложный вариант. Ну, и Калахов. Натворили и натворили. Почему распался Советский Союз, как вы считаете? Почему? У него был шанс какой-то у Советского Союза сохраниться? Распад Советского Союза начался с провозглашением России как государства. И когда Россия провозгласила себя государством... Что оставалось делать остальным, да? Все оставалось, да. Угу. И пошли провозглашения там. Казахстан, Украина... И так далее, и так далее. Вот так все случилось. Так что все возникло практически. Понимаете, по лицам, по людям очень трудно перекладывать ответственность и все. Но эту трагедию очень серьезно лежит на Ельцине. Вот. Это вообще фигура, конечно. А как Ельцина КГБ проглядел? Ну, как его проглядело? Ельцин даже, как оно его могло? Ельцин работал в партийной работе в Свердловске, да. Потом его, значит, в Москву. В Москву привезли. Опять же в отделе. Потом его в Москву на это самое. Горком партии. На горком партии. Там это. Ну, что мы могли проглядывать? Там же вот занимались им. Это все уже случилось. Для вас лично развал Советского Союза, страны, за которую вы в буквальном смысле слова проливали кровь, стал трагедией? Конечно. Личной трагедией? Конечно. Конечно. Вы помните свои переживания в тот период? Ну какие переживания? Чего их помнить? Чего их помнить? Все уже кончилось. Я знаю, что вы лично участвовали в урегулировании межнациональных конфликтов, которые возникали после перестройки в Советском Союзе. Возникали. Страшное это было все, правда? Сложные, не страшные, но сложные. Но с ними можно было. Во всяком случае, нам удавалось эти конфликты регулировать вообще. Они были организованы извне, как вы считаете? По-всякому. Вспышки национализма такого? По-всякому были. Ну, например? По-всякому. Ну, этим занимались американцы, этим занимались немцы. Вот. Ну, это и внутри были процессы. Вот. Ну, и с ними можно было, никаких проблем не было. Можно было регулировать, никаких. Это правда, что именно вы были инициатором возвращения крымских татар в родные края? Ну, был ли я инициатором, были татары, в общем. Не, но я поддержал это активно. Вы понимали, что есть историческая несправедливость в этом, да? Да, да. Мы тогда занимались этим, да. Я принимал в этом участие, в всяком случае. Вы заглядывали иногда в архивы КГБ, где хранились докладные документы о переселении народов. Вам было это интересно? С каких документов? Ну, когда переселяли чеченцев, ингушей, татар, крымских и так далее. Ну, я документы видел, эти самые, но они меня мало интересовали. Вот. Сами документы. Но потом я уже занимался, когда мы занимались возвращением людей. У нас были свои документы. Вот. Каково ваше отношение к предателям в системе КГБ? Как какое? Предателей стрелять надо вообще. Никаких проблем больше нет. Предавали часто? Много было предателей? Нет. В КГБ нет предателей было. Я думаю, что вот может быть, 2-3 человека, так сказать, были на этом кону. Но не было, таких не было. Нормально. Жили нормально. Вы были одним из руководителей КГБ СССР. Сейчас в России вместо КГБ ФСБ. Какая спецслужба представляется вам более эффективной, более лучшей? Ну, видите, я сейчас не могу об этом говорить, потому что я с ФСБ у меня, ну, я отношусь нормально к людям, все хорошо. Но я не могу сейчас сравнивать и работу их, ибо они работают в других условиях, это их работа. Поэтому у меня нет такого, чтобы я там сказал, здесь сказал. Работают все. Вы гордились, когда работали в КГБ своей работой? Ну, как сказать, гордился? Работал вообще. А гордился или нет? Работал. Была работа. Это работа. Сегодня вас приглашают куда-нибудь на консультации? Вот просят проконсультировать в ФСБ России по тому или иному вопросу? Нет. Нет? Нет. Нет, я этим не занимаюсь. Смотрите, но когда вы ушли из КГБ, нашлась все-таки группа «Мост», которая вас востребовала. То есть вы были начальником службы безопасности группы «Мост». Никогда не был. Да вы что? Я никогда не был начальником службы безопасности в «Мост». В «Мосте» я работал. Вот. В «Мосте» работал. Я был просто консультантом у Гусинского работал. И никакой службы, и никакой там этого за мной не было. Я работал, просто рассматривал, что делается, что-то мог подсказывать. Возьмите, если вернуться к этому прошлому, да? Что осталось от прошлого, вот если начинать перечислять? Телевидение. НТВ. Откуда? Да, да. Да. Вот это самое Солнцево, куда сейчас ездит с восторгом. Это кто построил и сделал? А теперь вы мне назовите еще хотя бы одну, ну как ее назвать, в общем, еще одну организацию рядом, чтобы от нее осталось вот хотя бы так вот что-то. От кого еще осталось? Мне представляется, что Гусинский очень умный человек, потому что если он пригласил вас своим советником или консультантом, да, это свидетельствует только об его уме. Да. Так это потому, что я пришел. Ничего. Нормально, я пришел. Все. У нас там сложилась группа товарищей от наших. Там не только я, мы. Много было товарищей наших. Ну ничего, с ним можно было работать вообще. Почему он не нашел общий язык с президентом Путиным, как вы думаете, Гусинский? Это я не могу. Не могу. Ничего. Что у них получилось? Не. Ну, разошлись. Вы с Путиным иногда встречаетесь? Нет, сейчас нет. Но раньше встречались? Ну, когда давно. Ну, я не стремлюсь к этому, понимаете, потому что у всех свои дела. Я бы хотел спросить ваше мнение о нынешней ситуации в России и в Украине. Вы следите за политикой немножко? Ну, положение в России, в принципе, сейчас ничего. Но работать надо еще серьезно, чтобы укреплять Россию. Очень серьезно. Тут можно на эту тему много говорить. Вот. Украина держится, ничего не держится. Вот. Ну, лидер Украины сейчас, ну, он хороший парень вообще, ничего я не могу сказать. Но это все-таки человек, которому знаний бы надо было больше. Вот. Потому что он все-таки, его формирование произошло активно, серьезно, но покрепче хотелось бы. Теоретически, возможно ли, что Украина и Россия когда-нибудь снова будут вместе? Или вы отметаете это? Видите, на эту тему очень трудно разговаривать, конечно. Мне думается, что она будет вместе в конечном счете когда-то. Но процесс распада еще будет длиться. Вот. Еще будет длиться. Сложно сейчас. Сложно сейчас. Так вот, вот у нас, например, хорошие отношения с Донецкой областью. У нас же здесь, в Москве, большое землячество донецкое. Вы входите в него? Да, конечно. Донецкое землячество у нас очень большое. Мы дружим и с Донбассом дружим, общаемся, у нас тесные связи. Они часто приезжают в большой массе к нам. Мы, в общем. Но, к сожалению, вот Донбасс, вот мы имеем такое. Немножко, чуть-чуть. Днепропетровск. Чуть-чуть. Вот. Остальные, к сожалению. Возможен распад Украины и России еще на государство? Ну, понимаешь, это тут сейчас. Трудно, эту тему трудно обсуждать. По Украине я этого распада не вижу. Там единственное место, которое раскручивается, это Львов. Ну, это поляки в основном. Это, в общем, конечно, опасное место. Львов. Там. По другим местам я не вижу, чтобы Украина где-то могла распадаться. Что касается России, то надо очень серьезно работать над сплочением. В общем. Угроза есть, да? Ну, видите, угроза, так сказать. Но в принципе, конечно, есть серьезного, это Восток, вот, где очень сильное влияние Китая. Вот. Это очень сильное влияние. Ну, работать надо. Но вот насчет сплочения государства очень серьезно надо работать. Я знаю, что вы очень любите букинистическую литературу. Ну, так попадаю, да. Вы много читаете сегодня книг? Ну, читаю, конечно. Какие книги вас привлекают сегодня, интересно? Да, трудно мне даже так сказать. Я даже сейчас вам не скажу, что я читаю. Много книг. ЖЗЛ много читаю. ЖЗЛ. Вот, причем читаю не о людях, а о смысле, ради чего они жили. Вот, пожалуй, основной ЖЗЛ. Ну, так еще книги. Читаю много. Мне говорили, что вы очень любите театр. Ну-ка. Удается сегодня выбраться куда-то в театр? Сегодня мало. Я понимаю, что мне немножко... У меня тяжело больна жена. Вот. Ну, у меня тоже такая. Но так хожу иногда. Но сейчас я задержался в театрах, в которых у меня сложились. Это вот театр Маяковского. Ну, сейчас там вот Лазарев умер. Вот. Немоляева еще осталось. Ну, иногда я бываю так. Ну, Ленком у нас хорошие отношения. Вот, и мы с ним, с Сахаровым, давно это. Ну, так еще где. Вот, пожалуй, эти два театра такие ведущие. Вам сегодня 87 лет. Я не сомневаюсь, что вы иногда оглядываетесь на прошлое. Вы не можете не вспоминать, наверное, и войну, фронт, и работу в СМЕРШе, и первые шаги в КГБ СССР, и руководство КГБ СССР. Вот какой самый яркий эпизод первым приходит всегда на память из жизни? Боюсь ответить на этот вопрос. Их много очень. Это яркая жизнь? Это я не знаю вообще. Жизнь нормальная. Нормальная. Вы никогда не хотели написать мемуары? Нет. Нет, писать я ничего не писал. Ну, я издал несколько книжек таких. Но мемуары я не собираюсь писать. Нельзя, не время, да? Ну, видите, мемуары нельзя писать еще и почему. Мемуары писать о себе, значит, писать о людях, это не здорово. Потому что писать о себе, это, ну, что я буду писать? Тырда-бырда. Это. А писать так, чтобы писать и окружение свое людей, это нехорошо. О людях писать. Люди. Мало кто из них желал бы, говорит, все, мало ли. Вам снятся сны? Нет. Никогда не снились? Да не, ну снятся, наверное. Иногда снятся. Но такие сны, чтобы я У меня нет. По сколько часов в день вы работали? Когда? Когда руководили КГБ СССР? По сколько? Ну, где-нибудь 18. 18 часов в сутки? Да. А спали сколько? Ну, 4-5. И хватало? Хватало. Бывали моменты в вашей судьбе, когда карьера висела на волоске, когда шаг влево, шаг вправо, как говорится, расстрел? Ну, всякое бывало, да. То такой катастрофы не было вообще особенно. Ничего, нормально. Так, были, конечно, случаи сложные. Были случаи сложные. У нас ведь я же жил, работал в КГБ еще. Во всякие ситуации. Я еще при Абакумове работал. Вы лично знали Абакумова? Лично, так в смысле, что мы... Нет, ну, я бывал у него пару раз так. Но это на таких... Вот, то есть, таких личных отношений не было. Он интересный человек был, Абакумов? Интересный. Яркий? Да. Да. Он человек был интересный. Это о нем много там говорят, все это ерунда. Он был человек яркий, много он делал. Вот. И делал он все не так спроста. Ну, так сложилась здесь такая сложная. Берию вы видели когда-нибудь? Видел, да. Но я с ним никогда не общался. Зловещая личность была? Или демонизированная? Видите ли, тут трудно сказать, что там. Что-то он делал положительное с точки зрения вот... Государства. Государства, да. Но в органах он авторитета не имел никакого. Не имел? Абсолютно. Абсолютно. Чекисты его не принимали, потому что он грязный человек. Поп. По своему поведению и все это. Много смертей невинных людей на его счету? Мне так трудно ответить на этот вопрос, но есть. Много или мало, не знаю. Но... Кто после Берии работал в его кабинете? Ну, там Круглов посидел немножко. Он по месяц несколькими. Потом Серов. Серов в этом кабинете работал. Но потом и Андропов. Вы в этот кабинет часто входили, в кабинет Берии? Ну да, уже когда Андропов, то вы, конечно. Духи никакие не витали там? Нет. Ну, Чебриков там работал. Потом Чебриков пересел в другой кабинет. Кабинет ничего был. Но недолго, там недолго сидела. Я вам задам, Филипп Денисович, последний вопрос. Оглядываясь на прожитую жизнь, все было не зря, как вы сегодня считаете? Не зря в каком смысле? Вот все, что вы делали, ваши бессонные ночи, ваша работа в органах, все это было не зря? Ну, не знаю. Я не жалею об этом. Я не жалею. То, что я работал, то работал. Что там удалось, чего не удалось, это другой вопрос. Ну, в принципе, работалось интересно, работалось. Работа нравилась. Все. Работалось неплохо. Были хорошие связи у нас. Вот. Мы тесно работали. Вот. С Украиной товарищи были на Украине. И Наури был в Грузии. Алиев был в Азербайджане. Вот. В Казахстане были хорошие ребята. Да везде было. Неплохо работалось. Филипп Денисович, я хочу поблагодарить вас за то, что вы приехали на интервью. Да, ну, я прекрасно понимаю, что вы человек закрытый, не публичный, что для вас это событие, наверное, приехать вот так и рассказать то, что могли, то, что можно рассказывать. Я хочу пожелать вам... Ну, это то... Я что, рассказал? Уже? Да. Хоть что-то. Я хочу пожелать вам долгих лет жизни. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був колишній перший заступник голови КДБ СРСР, генерал армії Філіпп Бобков.